можем посмотреть, как это лучше сыграть. Берутся табачные листы. Сигара делается из 5 листов. 4 листа идут на то, что внутри. И 5-й лист должен оборачивать сигару. Как оболочка. Аккуратно обрезает лист. Потом берет заготовку и оборачивает сигару этим листом. И все это снято, я замечу, не на фабрике, а просто в одном из домов Тринидада. Сигара стоит здесь 2 песо. 2 песо это примерно 2,5 доллара. Ну, потому что вообще-то у Кубы с Америкой объявлен эмбарго. И, соответственно, здесь фиксированный курс на доллары. Это где-то 0,8. Песо стоит 1 доллар. И кроме того, есть комиссия на операции с 20%. Вот она сделала сигару. Ну, конечно же, сейчас мы ее купим. Потому что уж больно красота.